Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня 6 июля. Вот так выглядит у меня лук репчатый на грядках. Вот видите, какие перья. Зеленые, мощные, толстые. Вот точно почти метр ростом. Просто кое, которые лежат, которые стоят. Ну и пускай. Друзья, чтобы лук вырос крупно, я каждый год оголяю каждую луковицу. Вот, видите как. Вот. Вот. Хотя бы наполовину пройдите, друзья. Каждый луковицу наполовину. Видите, вот в земле. Вот чуть-чуть раскроете. Все, она догонит, она вырастет и будет крупной. Каждый лук, друзья. Видите, луку еще расти сколько? Месяц, больше месяца. Вон лук уже большой. Вот. Вот тут двойные. Обычно я когда растут, когда молоденькие еще совсем, я срываю. Бывают тройняшки, четверняшки, я одну оставляю. А это убираю на еду. Друзья, на просторах интернета я увидела, что американские садоводы вот так вот делают. На одну третью лук обрезают. Вот. Можно не обязательно секатором, друзья. Я обрезала целых два ведра 20-литровых и целую грядку обрезала на одну треть лук. Доверилась американцам. Надеюсь, что у нас вырастет крупнейший лук репчатый. Вот, друзья. Посмотрим, что у нас вырастет. Друзья, если это видео было полезным вам, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.